27 сентября 2016 года в учебном корпусе Полоцкого государственного университета, расположенном в поселке Междуречье, прошел интеллектуальный турнир среди первокурсников IQ-кафе «Дорога к диплому. Начало». Для новоиспеченных студентов это не только общение в новом для них формате, но и уникальная возможность узнать себя, познакомиться с новыми людьми, отдохнуть и хорошо провести время. IQ-кафе – это место, где каждый может себя достойно проявить. Организаторами мероприятия выступил БРСМ и сектор культурно-досуговой деятельности отдела по воспитательной работе с молодежью Полоцкого государственного университета. В турнире приняли участие команды от каждого факультета в составе 8 человек. Оценить творческий и интеллектуальный потенциал, активную работу команд предстояло членам экспертной комиссии. Первый раунд «Интеллектуальная студенческая закуска» состоял из 8 категорий – музыка, спорт, кино, история, технологии, достопримечательности, точные науки, литература. Второй раунд – основное студенческое блюдо. Для участия в конкурсе на импровизированную сцену были приглашены капитаны команды, которым предстояло ответить на вопросы об истории и современности Полоцкого коллегиума. Третий раунд – креативный студенческий коктейль. Ребятам следовало угадать, что же находится в черном ящике, продемонстрировать свое умение с помощью жестов и мимики, изображая атрибуты студенческой жизни, проверить остроту своего обоняния, определяя различные специи и пряности с завязанными глазами, а также ответить на каверзные вопросы на заданные ситуации. В перерывах между раундами участникам предлагалось попробовать сладкие угощения от наших поваров, а также выпить чашечку горячего чая под музыкальные композиции Виктории Лобань и танцевальный микс от студенток юридического факультета. По окончании раундов были подведены окончательные итоги всего интеллектуального турнира. Первое место – «Ты ж программист», факультет информационных технологий. Второе место – «Фемида», юридический факультет. Третье место – «Элита», инженерно-строительный факультет.